Основной целью программы «Жилье для российской семьи» является поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Достичь этой установки стало возможно благодаря снижению средней стоимости 1 квадратного метра жилья. В рамках программы на территории Нефтекамска уже реализуются 2 проекта по строительству квартир экономического класса. В рамках данной программы планируется построить 20 тысяч квадратных метров жилья экономического класса. Стоимость 1 квадратного метра не должна превышать 35 тысяч рублей с часовой отделкой. Первый строящийся объект расположен по адресу Карцева, 31Б. Дом, состоящий из 3 блоков и 9 этажей, продолжают строить, и на данный момент уже начались отделочные работы на 8 сооруженных этажах. До них уже доведены инженерные коммуникации, отопление, канализация и электроснабжение. В этом доме социальное жилье, 1-комнатная квартира, 35 в каждом блоке, по 35 квартир, двухкомнатные по 27 в каждом блоке. Трехкомнатные по 9 квартир в каждом блоке. Социальное жилье мы собираемся сдать 2 блока в декабре этого года, текущего года, с чистовой отделкой, обои, покраска. Однокомнатные квартиры, общая площадь однокомнатной квартиры 32 квадрата в среднем. Двухкомнатные в среднем идут 45 квадратов. И трехкомнатный в среднем идет 62 квадрата. Второй дом строится в 13-м микрорайоне по улице Энергетиков, 21А. Проект предусматривает кирпичный дом в 9 этажей, запланированный на 1-, 2- и 3-комнатные квартиры. Проектом предусмотрены детские площадки, спортивные сооружения, автомобильные стоянки. Квартиры будут сдаваться с чистовой отделкой. Однокомнатные от 33 квадратов, двухкомнатные от 48 квадратов, трехкомнатные от 60 квадратов. Стоимость квадратного метра 35 тысяч за квадратный метр. Также есть внутренняя рассрочка 2 года до конца строительства. Сдача домов второй квартал 2017 года. Также квартиры по улице Энергетиков 21А будут реализовываться по ипотечным льготным программам с банками-партнерами. На данный момент по программе «Жилье для российской семьи» принято 202 заявки. Каждое обращение рассматривается в течение 10 дней, после чего выдается уведомление о включении гражданина в список соискателей жилья эконом-класса. В программе имеют право участвовать граждане, стоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, граждане, имеющие обеспеченность жилым помещением на одного члена семьи менее 18 квадратных метров и уровень доходов которых не превышает 28 тысяч рублей на одного члена семьи, инвалиды, семьи, имеющие ребенка-инвалида, многодетные семьи. Получить жилье в рамках программы также доступно лицам, имеющим 2 и более несовершеннолетних детей и являющихся получателями материнского капитала. В перечень граждан также включены участники боевых действий, а также жители, состоящие на учете в различных муниципальных и жилищных программах. Что касается именно документов, с перечнем документов можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского города Нефтекамска в разделе «Документы, действующие программы». Также данный перечень документов можно получить в жилищном отделе администрации. Для участия в программе гражданам необходимо обратиться в жилищный отдел администрации, кабинет номер 112А. Время и сроки принятия заявок граждан о включении в список на данный момент не имеют ограничений в связи с наличием квартир на объектах. А значит, тем, кто не успел заявить о своем желании получить доступное жилье, еще можно это сделать. Анастасия Кайгородова, Артур Мирзагитов, информационная программа «Ежедневник».